Тысячелетиями человечество всматривалось в небеса, ища ответы на вопросы, кто мы и откуда мы здесь все взялись. Это делали пытливые умы еще на заре человечества. Всматривались в звездную высь жрецы Древнего Египта, Шумера и Акада, ища ответы на эти вопросы у своих богов. Но те не спешили открывать тайны детям, которые еще вчера не умели добывать огонь. Но взирая на их упорство, тягу к знаниям и пытливость, все же стали приоткрывать занавесы одну за другой. Так начали рождаться религии. А религии должны с чего-то начинаться. Вот и получилось, что все религии начинаются с сотворения мира. Но все это нужно было как-то доносить потомкам. И боги дали человеку письменность. Люди стали записывать свои священные писания на стенах пирамид, которые впоследствии получили название «Тексты пирамид». Затем письмо упростилось, и священные гимны стали записывать на саркофагах, которые впоследствии получили название «Тексты саркофагов». Но время шло своим чередом. Одно столетие сменялось другим, а вместе с ним развивались и люди. И вот они уже перенесли свои религиозные тексты и гимны со стен пирамид и саркофагов на изобретенный ими папирус. Так появилась книга мертвых. В Месопотамии все шло примерно так же, как и в Египте. Но жители Шумера не строили пирамид и не выдалбливали саркофагов из гранита, которого у них поблизости не было. Для своего письма они использовали материал, которого у них было более чем достаточно, а именно глину. На ней они записывали все свои религиозные тексты, от сотворения мира до всемирного потопа, который был, как выяснилось, не вселенского масштаба, а всего лишь локальным стихийным бедствием. Одним и, пожалуй, самым древнейшим свидетельством о потопе является эпос об Астрахасисе. Затем это же сказание было пересказано и переписано в эпосе о Гильгамеше. А уже оттуда оно попало в Библию и другие религиозные тексты, которые мы знаем в наши дни. Но пытливые умы все спрашивали у богов о том, как все-таки зародилась жизнь на земле. И боги понемногу стали открывать тайну мироздания, в которой говорится о некой бездне, появлении света, затем океана, суши и только потом о появлении жизни. Также древние священные писания нам говорят о том, что человек не был первым, кто ступил на землю. Вначале боги насадили траву, деревья, рыб морских, затем на сцену жизни выходят различные животные, и только в самом конце великого процесса творения на земную твердь ступает нога человека. Все же это вполне может уложиться в любую современную теорию эволюции, с небольшой разницей, где говорится о происхождении человека. Все религии утверждают о божественном происхождении человека, а эволюционные теории об эволюционном пути развития Homo sapiens. Но как же на самом деле вообще зародилась жизнь? Теорий здесь очень много, от самых фантастических и маргинальных до заслуживающих внимания. И одной из них является теория панспермии, которая предполагает занесение жизни на Землю из космоса, хоть она никак и не объясняет самого возникновения жизни. Но в этой теории говорится о том, что жизнь во Вселенной переносится в виде спор микроорганизмов, которые переносятся с одного небесного тела на другое и, попав в благоприятные условия, начинают развиваться. Это одна теория, но есть еще одна, заслуживающая не меньшего внимания. Это теория о переселении с другой планеты. И вполне возможно, что некогда прародиной человечества являлся Марс. И если там была вода, а марсоходы, путешествующие по Красной планете, доказали, что ее там было в изобилии, то возможно на Марсе несколько миллиардов лет назад и яблони цвели. А раз так, то могла быть и развитая сложная форма жизни. Иными словами, на Марсе вполне могли жить люди. Но время берет свое, и Марс начал постепенно остывать. Стало остывать и его ядро, в результате чего постепенно ослабло магнитное поле, защищающее планету от губительной солнечной и космической радиации. Жители Марса знали об этом и стали присматриваться к соседней голубой планете, к Земле. Наверное, они так же, как и мы, отправили роботов для исследования Земли. Затем могли отправить некие организмы, животных, а увидев, что они живут и размножаются, решили отправить первых колонистов с билетом в один конец. Подобно тому, как космическое агентство НАСА в наши дни готовит группу, которая должна будет отправиться на Красную планету.
Возможно, в те далекие времена атмосфера и состав воздуха Марса и Земли были разными, и для этого нужно было выводить новые виды людей. Возможно, первая партия колонистов и вывела первую ветвь обезьяноподобных людей. Они были сильны, приспособлены к местному климату, но в их ДНК был код марсиан. Затем на Землю стали прилетать все новые партии – ученых, инженеров, генетиков. Они постепенно стали заселять планету. Но это была всего лишь малая часть всего населения Марса. Большей же части жителей Красной планеты суждено было умереть. Прошли миллиарды лет. Марс стал безжизненной Красной планетой. Земля же стала обитаемой. Первые переселенцы с Марса умерли, но остались их дети, рожденные на Земле. Но их было мало, и им нужно было как-то размножаться. Вот они увидели дочерей человеческих, что те весьма хороши, и стали входить к ним. Ведь они эволюционировали, а поскольку первые колонисты дали им свою ДНК, то они и были похожи на марсиан. А следовательно, ДНК колонистов и того вида, который они вывели, были родственными, способными к размножению и выведению нового вида. Конечно же, земные женщины умирали, ведь для марсиан это был всего лишь биологический материал, который был создан для того, чтобы продолжить их род на новой планете, на Земле. Поэтому, скорее всего, и вымерло большинство первобытных народов. Выжить удалось только одному виду, ДНК которых, видимо, была заложена первыми переселенцами немного позже. Так из Homo erectus произошел Homo sapiens, человек разумный. И из многих экспериментальных видов гоминид выжил только один. Но генетическая память, заложена нашими прародителями, переселенцами с Марса, дает свои плоды. Мы устремили свои взоры к этой некогда цветущей планете, отправили туда марсоходы. А в ближайшем будущем туда отправятся и первые поселенцы. Точно так же, как несколько миллиардов лет тому назад это сделали переселенцы из гибнущей Красной планеты. Может, это и будет для некоторых возвращением домой. Ведь код, заложенный в ДНК, на протяжении тысячелетий звал нас туда. Обращал взоры к Марсу жрецов Древнего Египта и Месопотамии, ацтеков и народа майя, жрецов древнего государства Динлин, некогда располагавшегося в Сибири, на территории современной республики Хакасия. Ведь если более внимательно посмотреть на мир, то мы заметим, что на Земле некогда была эра пирамид, и порой народы, которые никогда не общались и не пересекались между собой, возводили пирамиды и пирамидальные погребальные сооружения своих властителей. Кто давал эти знания народам, жившим за многие тысячи километров друг от друга, и даже на других континентах? Может, так срабатывал генетический таймер, установленный в нашем ДНК переселенцами с Марса много миллионов лет тому назад? Возможно, все, но это всего лишь одна из теорий. А ведь есть и другие теории, которые также связаны с панспермией. Но эта тема уже несколько иного фильма.